Юля – волонтер в приюте «Красная сосна». Каждую неделю свой выходной она не нежится в постели, а встает в 7 утра, собирает все необходимое для своих подопечных и едет туда на весь день. Я всю жизнь люблю собак, а все началось банально. Мне моя подруга скинула фото разноглазого хаски, который жил в этом приюте. Я влюбилась и, приехав, поняла, что много собак нуждается в нашей поддержке. И вот уже 2 года я занимаюсь волонтерской деятельностью и помогаю четвероногим друзьям. Задача волонтера – найти подопечному любящих и ответственных хозяев. Для этого добровольцы выгуливают собак, работают с трудными животными, занимаются информационной поддержкой, сбором денежных средств на лечение, возят на выставки. Узнать, что и как делают волонтеры, можно, посетив приют. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, приехать с паспортом и записаться на охране к прикрепленному волонтеру. На Юлию Клокову, пожалуйста. Сообщество волонтеров – это люди абсолютно разного возраста, профессии и взглядов на жизнь. Но всех их объединяет одно – помощь и любовь к животным. Кто-то выбирает детей, кто-то стариков, а мне нравится волонтерить с животными. Это те, кто всегда благодарны и рады тебя видеть. А самое лучшее, когда они уезжают в семью и становятся домашними. Обеспечение государственных приютов не всегда качественное. Часто волонтеры на свои средства закупают корм, консервы, медикаменты. Спасает, что приют посещают неравнодушные гости и привозят что-то с собой. Сейчас здесь находится порядка 300 собак. Благодаря усилиям волонтеров с начала этого года в свой дом нашли 60 животных. Тем не менее, приют испытывает нехватку волонтеров. Сейчас постоянных добровольцев всего 30 человек, а работы очень много. Большая доля помощи приходится на гостей, которые посещают приют. Они привозят необходимые вещи и выгуливают собак. У меня у самого 3 собаки, и помимо того, что я уделяю время им, стараюсь хотя бы раз в 2 недели посещать приют. И волонтерством занимаются люди с добрым сердцем и душой. Несмотря на то, что волонтерская деятельность – тяжелый труд, все равно находятся люди, которые готовы безвозмездно помогать другим. Это ответственность, которая под силу настоящим героям, и они нужны миру.